Всем привет! Известный адвокат Сергей Жорин заявил о характере ухода из жизни певицы Валентины Легкоступовой. По его словам, результаты проведенных недавно дополнительных экспертиз говорят о том, что певице помогли отправиться на тот свет. Жорин отметил, что некоторое время назад в материалах уголовного дела появилось медицинское исследование, согласно которому Легкоступова ушла из жизни в результате определенных действий. Ее ударили тупым предметом по голове не менее 2 раз. Помимо этого, дело содержит документы, опровергающие факт алкогольной зависимости артистки. По мнению адвоката, эту версию растиражировал ее бывший муж Юрий Фирсов, который к тому же регулярно менял показания после ухода Легкоступовой. В материалах дела уже достаточное количество экспертиз, не менее 5. И эту экспертизу, упоминаемую вами, опровергали как документы, которые появлялись до нее, так и после. Понятно, что Фирсов растиражировал именно ту, которая ему выгодна. Но эту экспертизу опровергают даже логика и здравый смысл. Валентина активно работала, все эти годы была на виду. К тому же она являлась начальником отдела культуры Феодосии, а при такой должности алкоголь недопустим, пояснил он. Жорин добавил, что сейчас ожидает окончания новой комплексной экспертизы, назначенной в связи с исследованием, и намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении бывшего мужа певицы Юрия Фирсова, несмотря на отсутствие прямых доказательств его вины. Напомним, что весной стали известны результаты экспертизы, согласно которым певица погибла из-за проблем с алкоголем. Эксперты выявили 2 основные причины – это травма головы и полиорганная недостаточность, связанная с хроническими заболеваниями. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!